Всем добрый вечер. Что, завершаем наше обучение марафону «Первые шаги». Сегодня я хотела бы с вами поговорить о продукции, потому что успех нашей компании – это продукция, пользоваться и рекомендовать. И рекомендовать так, чтобы наши партнеры, да, потребители, клиенты заменили все, чем они пользовались раньше, на Atomy, как сделали это когда-то мы, да, 2 года назад, когда Владимир первый раз принес домой щетку, пасту, каталог и кофе. Мы это попробовали, нам понравилось, а кофе выпили в 1 ночи и не смогли уснуть до 5 утра. С этого все началось, я влюбилась в каталог, вообще во всю продукцию, и потихоньку мы начали заказывать, да, то шампунь, то тонер, то еще какие-то товары для дома. Тогда мы жили в Сеуле, в Южной Корее, и там очень популярно заказывать все в интернете. То есть, если вот вернувшись в Казахстан до пандемии, было у людей такое, что все хочется в наличии, да, нет привычки заказывать онлайн. После пандемии уже, конечно, к этому люди начали привыкать и понимать, что в этом наше настоящее будущее. В Корее это уже очень распространено, и там доставка настолько быстрая, что можно получить заказ уже на следующий день. Atomy, когда 2 года назад мы ждали 2-3 дня, сейчас даже быстрее стала доставка, поэтому к нам тоже это идет, в США, в России, да, есть доставка до двери. После определенной суммы, да, 10 тысяч рублей, например, доставка бесплатная до двери. Это придет и в Казахстан, и в Кыргызстан, страны, которые откроются. Только вопрос времени здесь. Поэтому я еще не встречала, да, интернет-магазин, где я бы не только тратила деньги, что-то покупала, получала какой-то продукт. Здесь тоже получаешь какой-то продукт, а еще получаешь за него PV, который затем превращается в выплаты в денежки. Сначала это своеобразный кэшбэк, а затем это бизнес, который можно развивать и развить до такой степени, чтобы стать на самый высокий ранг и зарабатывать здесь 15 тысяч долларов в месяц, как это делаем сейчас мы. Меня зовут Мика Хигай, мой супруг Владимир, мы вместе строим этот бизнес уже 2 года, и наш чек 13-15 тысяч долларов в месяц, варьируется от товарооборота. Вот, чего и вам желаю, с Atomy это все реально. И да, когда зарабатываешь 15 тысяч долларов, да, сегодня слышала только фразы, что уже понимаешь, что хочется и больше, понимаешь, что здесь это возможно, зарабатывать больше и жить еще лучше, еще больше своих желаний исполнять. Поэтому мы с вами в нужном месте, в нужное время. Спасибо большое, Маргарита, очень приятно. Да, каждому вебинару я готовлюсь как к празднику, потому что это действительно для меня праздник. Обожаю с вами общаться, обожаю вам передавать то, что я знаю, для того, чтобы вы становились успешнее. Atomy — это такой бизнес, где как спонсоры мы заинтересованы в вашем успехе. А раньше я такого не встречала, да, вот если вы работаете где-то в компании, то там нет такого прям вот teamwork, да, такого вот, когда каждый заинтересован в успехе друг друга, там как бы каждый сам за себя, как правило, в больших компаниях. Здесь же мы все как одна семья, и это очень здорово, эта атмосфера очень дружеская, поэтому мне всегда очень приятно общаться, здесь я нашла очень много классных людей замечательных, и те, кто меня поддержал из теплых контактов, я тоже очень рада, что мы с ними начали более плотно общаться, чаще общаться и уже общаться не только по каким-то житейским делам, но еще и по бизнесу. То есть мы улучшаем жизнь друг друга. Сегодняшняя тема у нас называется «Продукция на корейском сайте». Идея в том, что вы уже
скорее всего, заказывали товары с российского сайта. Если не заказывали, то знаете, да, примерно какой там ассортимент. Либо с американский сайт, либо в общем, любой другой. Но вот именно сайт Кореи, как сказал Владимир Ан, да, тоже нужно знать, потому что от этого тоже зависит ваш успех. Когда мы только начинали, не было российского сайта, и мы отправляли все заказы из Кореи. Паковали посылки, отправляли. Потом появился российский сайт, но там было мало ассортимента. Ну, намного меньше, чем сейчас. Поэтому мы обязательно, конечно же, пользовались корейским сайтом, рекламировали то, что там есть, и к нам поступали заказы, мы отправляли. Да, это не просто, да, это все делается нашими силами, силами наших спонсоров, партнеров. Вот так вот такая работа. То есть компания не предоставляет этот сервис, да, доставки товаров из Кореи сюда, вот в страны постсоветского пространства или в любые другие страны. Это мы делаем самостоятельно. Здесь, конечно, очень много нюансов, но также здесь очень много плюсов. Вот. Чтобы вы знали, корейский сайт тоже, давайте на него зайдем. Вот. Так, ну, мы с вами зашли в браузер. Здесь в браузере мы пишем atomy.kr. Почему корейский сайт? То есть это то, с чего началась компания, с сайта atomy.kr. И здесь у нас представлен весь ассортимент, почти весь ассортимент. Вот здесь есть первая, да, кнопочка, да? Ну, да, первая вкладка Atomy Shopping Mall. На нее нажимаем, и мы попадаем в магазин. То есть все сайты Atomy примерно одинаково выглядят. Здесь сразу вы можете увидеть наши новинки. Здесь идут категории. Первая – это химохим, дальше – здоровье, красота, волосы и тело, все для жизни, продукты питания, fashion, мода, да, это для женщин, для мужчин, также постельное белье и другие товары. То есть такой же интерфейс, как и в других сайтах. Это вам все знакомо. Не пугайтесь корейских букв. Даже у нас слышала такую новость, что наш Royal Master, он планирует уроки корейского языка для новых мастеров продаж. Это очень круто, да? Мы будем вообще изучить корейские буквы очень легко. Это можно сделать за неделю, за месяц максимум. То есть, читать довольно легко. И кто знает английский, вы поймете, что еще легче облегчается задача, потому что, например, смотрите, Atomy Shopping Mall, да, здесь написано, то же самое, да, на английском языке, my office, то есть my office, или даже по-русски мой офис, да, похоже, поэтому, и название многих товаров тоже это английские слова, поэтому совершенно вам нужно не бояться корейского сайта, заходить в него и смотреть всю информацию, потому что часто вижу в чатах, спрашивают, да, какие новинки выходят, а можно описание, а можно состав. Это все вы можете делать, если зайти на корейский сайт и просто через телефон даже можно зайти на корейский сайт, вот, например, новиночка поступила, то, что написано на корейском, можно перевести с помощью скриншота, да, сделать скриншот на телефон и затем отправить это в Google Translate. Есть такое приложение Google Переводчик. То есть он делает перевод фотографии. Выделяете все, вот этот весь текст, например, и он так неплохо переводит на русский, или на любой другой язык.
так. Но вот здесь представлены новинки, да, вот все, что вышло, вот новые акции, новинка Люаксантин, новые колготки. То есть здесь представлены новинки. И вот к концу идет это уже самые первые товары. То есть 10-я страница – это первый товар. Первая страница – это новинки. Так они и будут выходить. Да? Постоянно наш сайт обновляется, выходят все новые-новые товары, что не может не радовать. И узнавать об этих новинках как раз мы можем с корейского, только с корейского сайта. Давайте начнем с первой вкладки «Хемохим». То есть «Хемохим», то есть с чего началась компания, это флагман, это тот продукт, который нужно потреблять, о котором важно знать. И мы вот в течение 2 лет уже его потребляем. А в пандемию очень многим помог именно этот продукт, потому что он разжижает кровь, поставляет кислород, да, к нашим органам, к нашим клеткам. Это просто очень-очень классный продукт. Хемохим. Хема переводится гемоглобин, а HIM – аббревиатура. H – это гемопоэз, то есть процесс кроветворения. По-английски – хемопоэзис. I – иммунитет, M – модулятор, то есть иммуномодулятор – создает, да, кровяные тельца, а также активизирует наши иммуноциты, которые борются с каким-либо воспалением, вирусами, бактериями в организме. Мы на себе часто замечали, что если его пить во время болезни в увеличенных дозах, да, в 2 или в 3 раза, если дозу увеличить, то быстрее восстанавливаешься. Если его пить для профилактики, да, 1 или 2 стика в день, то меньше вероятность заболеть, а если заболеешь, то как бы легче перенесешь. Вот. Также здесь есть вся информация о нем. И ну, так же устроено, как и на российском сайте, например, да? То есть на российском сайте есть вся эта информация, поэтому долго на нем заострять внимание не будем. Главное, скажу, что мы обожаем этот продукт. Вначале он горчит, да? Мне писала Снежана, что мама попробовала, и мне понравился вкус. Это было и со мной тоже. Владимиру сразу понравился, а мне вот не зашел вначале, поэтому я его разбавляла с водой. Также и вашим партнерам, клиентам говорите, что его обязательно разбавлять с водой, но чтобы не испортилось впечатление о вкусе. И в полстакана где-то разбавить, выпить, потом еще запить водой. И в течение дня нужно пить много воды. Именно воды, не чай, не соки, не другое, а именно воду, потому что она имеет свойство очищать. Да? Помогает хемохиму максимально поработать в нашем организме, очистить от токсинов, от шлаков, сделать так, да, чтобы весь наш организм начал работать как часы. Поэтому пить воду обязательно во время приема хемохим. Больше всего мне нравится его употреблять натощак утром и перед обедом, либо перед ужином. То есть 2 стика в день. Рекомендуемая доза. Так, далее пойдем на следующий отдел. Это здоровье. Конган. И здесь представлены новиночки, да, сначала? Здесь у нас 2 страницы. И давайте коротко обо всех позициях поговорим. Люаксантин – это новинка. Не увидите, здесь написано. Мы еще не пробовали, она вышла буквально на этой неделе. Капсула похожа очень на наш лютеин. Здесь есть в составе лютеин, поэтому он называется люаксантин, также астаксантин и... Так, еще что у нас здесь? Да, минуточку. Вот, астаксантин, витамин А, цинк и зеаксантин. Вот.
по-русски у нас немножко отличается, да? Но здесь вот написано тоже «джиа джантин», то есть очень похоже на название «асата джантин». То есть по-русски немножко меняется произношение. Вот. Очень хочется попробовать эту новиночку. Здесь у нас очень богатый состав, все для наших глаз. Так, что нужно смотреть, как облегчить себе жизнь, да, если есть какие-то вопросы от наших партнеров. Цена в корейских вонах. Здесь указана вот самая верхняя строчка красным. Многие вот часто задают такой вопрос, почему в прайсе, да, или в бланке указана цена одна, а здесь на корейском сайте она меньше, потому что в бланке или в прайсе мы указываем цену с доставкой, то есть, поэтому, конечно же, будет дороже. А с доставкой этот момент тоже важно объяснять своим партнерам, то что, чтобы они не думали, что здесь есть какие-то вот комиссии, да, или скрытые платежи какие-то, нет, такого нет. То есть, когда мы высылаем вам продукцию из Кореи, мы совершенно на этом не зарабатываем. Мы хотим помочь вам пользоваться продукцией прямо с корейского сайта, да. Следующая информация, поинты. То есть, сколько баллов дается за Люаксантин? 19500. Следующий, это артикул, следующая строчка. Следующая строчка – производитель Colmar B&H. Здесь у нас дата производства. Здесь говорится о том, что заказывать, например, да, можно… Вот, наверное, слышали, да, кто уже заказывал с Кореей, что чтобы была бесплатная доставка по Корее, нужно заказывать. Раньше было 50, ну, примерно 55 долларов. Сейчас… Из-за пандемии этот потолок снизился, теперь можно заказывать на 30 тысяч, да, 35, 30 тысяч вон, это примерно 35 долларов, то есть на эту сумму, если заказать, то не нужно ничего доплачивать. То есть доставка по Корее будет бесплатная, как и вот в России, да, 10 тысяч рублей, доставка бесплатная до двери. Так, какая еще информация здесь есть? Ну, в общем, так, здесь у нас сколько капсул, да, вот 300 миллиграмм, 90 капсул. Как принимать? В день одну капсулу запить водой. То здесь не указано, когда запивать, да, до еды, после еды. Это вам нужно индивидуально проконсультироваться с спонсором, либо с врачом, когда лучше принимать. Либо в интернете тоже очень много информации о том, когда, какие витамины принимать. Так, здесь состав, да, пошел. Вот кто, кому интересен состав, это вот, вот четвертая, да, это у нас картинка не выделяется, но четвертая строчка здесь. Четвертая строчка. Остальное это уже как принимать, как хранить, да, для кого и так далее. Здесь у нас пищевая ценность, сколько лютеина, сколько зеаксантина, сколько астаксантина, цинка и витамина А в миллиграммах и дальше в микрограммах. Так, ну, вот это все можно просто сфотографировать, да, скриншот сделать на телефон, отправить в Google переводчик, и вам будет перевод для ваших постов в Инстаграм, для вообще информации о новинке. Вот такая у нас замечательная появилась новинка. Три в одном, да. Даже пять в одном, но как бы три основных. Такого я раньше не встречала. Я встречала два в одном раньше. Зеаксантин, лютеин. А здесь еще астаксантин добавили. Это вообще очень круто. То есть, заказав один люаксантин, да, 38800, это у нас проходит, да, через наш порог 30 тысяч вон. Вы можете его одного заказать, этот люаксантин, и не платить сверху за доставку по Корее. Потому что, заказывая с корейского сайта, любой человек, если он заказывает меньше 35 долларов, должен доплачивать еще около в районе 2 долларов за доставку, 2-3 долларов. Следующее, это у нас
кофе, да? А, нет, это шейк. Шейк, вот, кстати, я еще его не пила. Он у нас, потому что в новой упаковке. Я пила его в старой упаковке, в бутылочке. Сейчас его тоже сделали в саше, потому что, видимо, так легче. То, что компания понимает, что много товаров им экспортируется. И для того, чтобы вам было легче и доступнее этот товар, то есть если он легче, значит, он дешевле, да? Потому что мы платим с вами за вес. И мы не платим за стоимость бутылки. Раньше они были в бутылках, и из-за этого тяжелее становился вес. Также, да, здесь цена, PV, артикул, и информация про эти шейки. Шейки, для чего вообще нужны шейки? Это быстрая еда. Как в Корее я тоже купила похожий, да, аналог этого шейка в одном из таких косметических магазинов, да, они везде на любом шагу, и там написано было, что это еда будущего, то есть это как еда для космонавтов, когда они не могут там жидкость вылить, да, или что-то готовить, то это такая еда быстрая, вы его смешали с водой, либо с молоком выпили и готово, это вы уже наелись. То есть это полноценное питание, Slim Body называется, потому что в основном его покупают те, кто хочет похудеть. То есть питательная еда. Смешали, быстро выпили и все. То есть заменили один прием пищи. Кто хочет еще и два раза, то есть хочет быстрых результатов, то можно два раза в день пить такой шейк. То есть вместо завтрака, вместо ужина. Но обед обязательно должен быть очень плотный, питательный, ну, то есть чтобы вы не теряли полезные микроэлементы, да, которые идут с едой. Вот. Лучше всего, конечно, один прием пищи заменять в день и делать много физических упражнений. Также подходит тем, кто хочет набрать вес. То есть вы кушаете, да, три раза в день, а также добавляете к приемам пищи, например, между завтраком и обедом выпили такой один шейк, и между обедом и ужином снова выпили шейк. На выбор здесь идет зеленых 15 в коробке, зеленый чай со вкусом зеленый чай, либо коричневые. Коричневый — это у нас какао, да? Да, какао. Тоже 15 таких пакетиков в коробке. Очень вкусно, очень питательно. Следующая новинка, coming soon, видите? То есть это значит, что продукт раскуплен. То есть новинки на корейском сайте разлетаются за пару минут, потому что не только корейцы покупают на корейском сайте, также весь мир. То есть все домянцы, которые имеют доступ к корейскому сайту. Поэтому новинки, знаете, что они разлетаются очень быстро, и чтобы их выкупить, отправляйте спонсору заказы на бланки, на про новинки заранее. И не факт, что спонсор успеет их выкупить. Всегда есть риск того, что он не успеет, к сожалению, потому что, ну, все любят новинки. Всем интересно попробовать что-то новое от Atomy. Все понимают, да, что это качество, что это вкусно, что будет бомба. Поэтому вот очередная наша бомба — это желе вишневое. Тут специальный сорт Монмарси, да, идет. Монморанси, такой вот вид очень элитной вишни, прекрасно срабатывает в нашем организме, улучшается сон, улучшается кожа, настроение, гормон счастья вырабатывается. Ну, просто супер новинка, мы ждем, заказали, хочется попробовать. Так, смотрите, если товара нет в наличии, что же делать? Как узнать, когда он появится? Здесь вот есть такая кнопочка. И иногда здесь пишут дату появления этого товара на сайте. Но, к сожалению, здесь не написано. То есть сайт еще не в курсе, когда эта новиночка появится. Да, видите, нажимаю черную, то есть направляю курсор на вот эту вот черную кнопочку, вкладку, и нету даты. Значит,
неизвестна дата появления. Ну, давайте посмотрим на примере витамина В. Здесь тоже есть вот такая черная кнопочка. Смотрите, есть дата. Дата, она в корейском стиле. Сначала идет год, потом месяц, потом день и затем время. То есть по корейскому времени в 5 часов 24 ноября появится комплекс витамина В на корейском сайте. Вот. Следующая новинка тоже, потому что просто здесь уже new не написано, потому что это вот все, что new, это новее. Но новинка для меня – это коллаген. То есть мы только недавно получили возможность употреблять жидкий коллаген. Очень вкусный. Я его люблю разбавлять йогуртом питьевым. Просто мне так нравится. Можно и прямо вот из вот этой вот пробирочки пить. Мне больше всего нравится натощак. То есть одна пробирочка в день для вашей красоты. Не только, оказывается, а коллаген вообще полезен для нашей кожи, для сухожилий, для суставов. А коллаген, он везде есть в нашем организме, в строении нашей кожи. И я, например, сейчас у меня кожа испытывает проблему, у меня появляются угри на гормональном фоне, и я не могу все использовать из косметики, да, уходовой, и то, что хочется, да, вот эти амбулки новые, синергия, то есть пока не могу экспериментировать со своей кожей, потому что, ну, боюсь, что моей коже это не понравится, зато есть возможность принимать внутренний коллаген, то есть коллаген для приема внутрь. Это очень здорово. И я, конечно, его пью. Я уже пью его пару месяцев. Так, следующая позиция у нас псилиум. Тоже его пью. В общем, мы идеальные потребители с Владимиром и с нашей дочей. Мы все на себе пробуем, все пьем, все употребляем. Курсами, конечно, да. Psyllium Husk. Да? Это тоже, ну, довольно новый товар. Он для нашего кишечника, чтобы произошло очищение, потому что вот этот вот порошочек, он, кстати, очень вкусный, похож на кисель, да, когда вы разбавляете его с водой. Два стика в день нужно его принимать между приемом и пищей, и он обладает такой обволакивающей функцией, он увеличивается, во-первых, да, становится гелеобразным в вашем кишечнике, и как пылесос просто убирает, да, впитывает в себя все ненужное из вашего кишечника, и происходит очищение. Очень крутой продукт, просто плюс здесь есть витаминки. Также информация по псилиуму здесь есть, конечно же. Следующий продукт. Комплекс витамина В. То есть если вы не употребляете сейчас мультивитамины и вы хотите просто... Кто-то, да, бывает, сдает анализы, анализ крови, чтобы выявить нехватку каких-то витаминов, минералов в организме, тогда мы... Такое бывает, что врач выявляет недостаток витаминов В. Часто такое случается. Вот как раз комплекс для тех. Также он вышел во время пандемии. Вот когда началась пандемия, эта новинка вышла. И также одно из свойств витамина В, там разные, да, В12, В6 и так далее, они успокаивают нервы. Улучшается сон, метаболизм. Ну, в общем, да, вот во время пандемии это было очень важно, нам успокоиться и переставать паниковать. Следующий продукт – кальций 3-актив. Этот кальций идет уже, чтобы глотать. Да? То есть у нас есть жевательный кальций, этот в капсулах. Еще его отличие, что его нужно 3 капсулы в день. После или во время еды принимать. Вот, он идет триактив, потому что 3 разных кальция здесь у нас. Поэтому для тех, особенно кто занимается спортом, ну и для всех, вообще кальций очень важный для нас, женщин, для мужчин.
Для всех, я думаю, да, курсами нужно принимать, чтобы избежать просто проблем в будущем, как профилактика, да, это все у нас идет не лечение, ни в коем случае, это профилактика, мы оздоравливаем, да, обогащаем свой организм всеми минералами, витаминами, которые ему необходимы, потому что с пищей, к сожалению, мы не потребляем то количество витаминов, минералов, которые нам нужно. Мы чувствуем усталость, то есть, что еще, сонливость, апатия даже, да, вот какие-то, если есть у вас такие симптомы, то это значит, что чего-то не хватает вашему организму. Следующий продукт, который не часто заказывают, но очень оценили наши врачи, которые также являются партнерами Атоми, это луковый сок. На себе испробован сок красного лука, то есть это не так, да, чтобы съесть пару луковиц и сказать, что это то же самое, что это вот один такой пакетик. Нет, здесь очень в одном таком пакетике очень много красного лука, то есть это концентрированный продукт, который имеет противопаразитарное действие, да, то есть воспалительное. Вот когда мы болели летом, то прям была такая слабость, я даже думала, что это коронавирус. В общем, выпили вот этот вот луковый сок перед сном, и на утро уже стали здоровыми. То есть у нас получился такой моментальный эффект с луковым соком. Обратите на него внимание. Конечно, да, вес будет здесь тяжелый, но он того стоит. Просто замечательный продукт. 100 мл один пакетик, и таких пакетиков 30. Очень-очень крутой продукт. Капустный сок. Это у нас для кого? Для того, у кого есть проблемы с ЖКТ. А также я его даю дочери, потому что она у меня совсем не любит овощи есть. Раньше я ей делала смузи, когда она еще была малышкой, она пила такое со шпинатом, с бананами, йогуртом. Сейчас она стала умнее и отказывается от овощей, и я ей не даю. То есть, ну, как она не хочет потреблять овощи, для того, чтобы потребность в овощах, да, в витаминах, которые содержатся в овощах, зелени, насытить, да, организм этими витаминками, то я даю ей капустный сок. Конечно, не весь пакетик, то есть здесь сколько у нас? 100 мл также в одном пакетике. Я делю пакетик на где-то 5 раз, да. Хитро поступаю, заливаю его в питьевой йогурт ей, и она пьет. Вот. Ну, очень хорошо помогает тем, у кого проблемы с ЖКТ. Также, это не значит, что в одном пакетике, да, одна всего капуста, нет, все очень много капусты, капуста органическая, самого-самого высокого качества. Вот. Следующий продукт – женьшень-желе. Кстати, вот сейчас у меня малышка выздоравливает, да, у нее была простуда, и раньше я ей давала хемохим, она пила. Но что-то в этот раз она отказалась пить хемохим, но она не отказалась от женьшень-желе. То есть это желе, в нем меньше содержание женьшеня, чем в гранулах, и его можно давать детям. То есть как узнать, да, кому его давать? Здесь внизу самом есть картинки. Вот, видите, деткам можно давать, как в подарок, студентам, да, для сил перед экзаменами, там, перед какими-то стрессовыми событиями, офисным работникам, кто устает работать, да, за экранами, людям в возрасте. Вот. В общем, всем полезно. Поэтому этот продукт я даю нашей дочери. Он такой сладенький, он, конечно, горчит, любой продукт женщине горчит, но ей нравится, она даже готова съесть весь стик. Он дает очень много энергии. Женьшень – это панацея корейская, очень знаменитый продукт, особенно красный женьшень, особенно женьшень Атоми. Атоми не занимается сама, да, изготовлением женьшеня, она работает с партнерами, заводами-партнерами, которые прошли очень серьезную инспекцию, да, то есть перед тем, как сотрудничать с ними, Атоми сделала исследование, нашла самый лучший завод в Корее, который этим занимается, и только с ним сотрудничает.
покупая женьшень, да, по самой низкой цене, низкой возможной цене. Потому что у Атоми отличная покупательская способность, у нас миллионы потребителей, потребителей, которые возвращаются, которые покупают, поэтому Атоми имеет такую возможность покупать самое лучшее и по самой низкой цене. Также, когда вы принимаете женьшень, пейте много воды. Следующий продукт – это два шейка, которые тоже изменили форму. Раньше они были в бутылках. Здесь нарисована тыква. И вот в такой коробке 15 пакетиков шейков с тыквой. Я очень люблю манты. Я люблю тыкву, тыквенные семечки. Это прям мое. Поэтому этот шейк мне зашел. Владимир не зашел. Ну, как бы вкус не очень понравился. Поэтому, выбирая шейк, да, у вас есть 4 выбора. Есть какао, зеленый чай, есть тыква, есть злаки. То есть вот это, оранжевая – это тыква, голубая – это злаки. То есть выбирайте из 4. Я люблю этот продукт, потому что у меня есть, да, проблема с весом. То есть я хочу всегда пополнять, набрать вес. Также это подходит тем, кто занимается спортом, чтобы не терять веси, да, потому что когда занимаешься, это важно для того, чтобы мышцы накачивались, а не жир. Вот такие шейки с протеиновым коктейлем, то есть с протеином, как протеиновый коктейль, который принимают спортсмены. Очень вкусно, очень легко его смешать с водой, да, и пошел. И очень питательно получается. То есть подходит очень многим. Так, следующий продукт у нас мультивитамины. Мне нужно будет поторапливаться, потому что я могу о продукции говорить очень много. Все люблю, все на себе испробовано, но времени у нас ограничено, поэтому быстренько пройдемся дальше. Витамины для малышей, для детей. Я начала давать их довольно рано, с 1,5 года, как только дочь начала у меня жевать. То есть они жевательные идут, очень вкусные мармеладки со вкусом манго, дети обожают их. И с 1,5 года, да, нам малышка совсем, я ей давала пол мармеладки утром, половину съедала сама, и пол мармеладки вечером. Начала, конечно, начала с половинки в день, потом постепенно увеличила дозу, сейчас она у меня ест 2 мармеладки в день, ей 3 года. Да, здесь суточная норма идет 2 мармеладки в день. Но смотрите по возрасту, да, если малыш совсем еще маленький, то можно и 1 давать. В 2 года, я думаю, 1 достаточно. Витаминов для детей у нас много. Вот следующий, ну, да, вот немножко не по порядку пойдем. Детская омега-3. Видите, coming soon. Почему? Потому что она у нас обновление, да, у нас идет. Обновилась омега. Встала растительная оболочка вместо животной. Потому что многие спрашивают, почему у вас есть желатин в составе, верующие. Я думаю, что компания слышит их, тем более мы выходим скоро на рынок Турции, где мусульмане, много их, и на другие страны. Казахстан также, да, является мусульманской страной, Узбекистан и другие. Поэтому, конечно, компания об этом задумывается, хочет делать лучший продукт, который подходит всем. Поэтому вот наши, например, клиенты, партнеры очень обрадовались обновлению. Да, видите, coming soon, то есть значит распродан товар, также называем гуме, анне, здесь черную или голубую, вот черную. Кнопочку направляем на нее и видим, когда появится детская омега в наличии, 16 ноября. Далее, мультивитамины – это то, что я сейчас принимаю. Я его принимаю, потому что, да, у меня идет нехватка витаминов, потому что я не всегда успеваю полноценно себя кормить. И также у меня есть недостаток йода. Здесь весь комплекс витаминов, минералов, да, вот здесь также
эти витамины прошли обновление, то есть стало лучше, стало больше. Какие витамины вы можете перевести через переводчик, но то, что понятно и так, да, вот здесь написано А, В1, В2, В6, В12, то есть это и вот в миллиграммах, микрограммах сколько этих витаминов, минералов. Вот то, что... Так, где у нас... Йод, да, йод. Сколько йода? Здесь 150 микрограмм. То есть у нас норма как раз 150 микрограмм. В сутки я могу не пить то, что я пила раньше, йодомарин, да, я пила, чтобы восполнить недостаток йода. То есть я могу пить только эти мультивитамины. Дальше здесь есть кальций, здесь есть цинк, здесь селен, много-много всего. То есть это очень классный витаминный комплекс. И это тот комплекс, от которого я реально чувствую эффект. Вот. Следующие витаминки – это фолиевая кислота желтенькая. Видите, это для беременных кормящих женщин особенно, потому что в этот период мы, женщины, особенно нуждаемся в витаминах, и даже нужно больше витаминов, минералов, чем в обычном состоянии. То есть если у мужчин и женщин, да, обычная норма – там определенное количество витаминов, минералов, а вот у беременной, вы видите, и в зрелом возрасте уже увеличивается недостаток этих витаминов, то есть увеличивается потребность в них. Поэтому фолиевая кислота, да, принимается. Далее, мужские витамины. Очень полезны тем, кто планирует ребенка или хочет сделать профилактику мужских заболеваний, чтобы лучше себя чувствовать, да, было больше энергии, даже кому-то помогает от облысения. В общем, очень большой, широкий спектр действий у нас у мужских витаминов. Также есть женские, есть мужские. О женских поговорим на следующей странице. Гранатовое желе, наш любимый десерт. То есть кто у нас сладкоежка, кто хочет выглядеть всегда хорошо, молодо, красиво, и хочет заменить свои сладости на что-то более полезное, это вот желе, да, у нас есть вишневое теперь желе и гранатовое. Обратите внимание, очень вкусно, очень полезно. В одном таком стике 13 стаканов гранатового сока, то есть тоже очень концентрированный продукт. Гранат здесь собирается в Турции, да, где самые лучшие гранаты. Женщине в гранулах, чайпуэр для похудение и для детокс-эффекта, то есть очищение от шлаков. Кальций жевательный с формулой, когда там есть и магний, и витамин К, витамин D, то есть там витамина D чуть ниже суточной нормы, но он нужен для чего? Для того, чтобы кальций максимально в наш организм впитался. То есть усвоился нашим организмом, был максимальный эффект. Очень вкусный кальций, можно давать деткам, потому что он идет жевательный. Деткам, конечно, которые уже уверенно жуют. Я вот нашей дочери, например, ей 3 года даю пол таблеточки утром и вечером. Она с удовольствием его ест, потому что детский организм также у нас нуждается в витаминах, минералах. Он растет, да, организм крепнет, ему. И бывает такое, что дети не едят все, что мы им даем, поэтому спасают вот витамины. Турмацин – это для суставов, да, у нас вот, видите, коленка нарисована с костями. Очень классный продукт, очень классные отзывы по нему. Даже если вы в Google просто напишите «турмацин», о томе отзывы, вы увидите отзывы, что он действительно работает. Следующий, вот о чем я говорила, шейк в бутылках, также еще доступен к заказу, но это для тех, кто в Корее живет, да, то есть когда там вес не имеет значения, можно заказать. Для нас я предлагаю вам шейки именно в виде саше, в пакетиках. Витамин С, очень любимый наш бестселлер, который сейчас актуален в осенний период, пробиотики. Кстати, немножко поменялась тут упаковочка. На корейском сайте они идут в такой вот форме, где 4 коробочки по 30 стиков в
России и в Америке они по 60 стиков, да, идут коробочка одна. Следующий омега-3, омега-3 в растительной оболочке, женские витамины сафора, лютеин для глаз, то есть я обязательно принимаю этот лютеин, витаминки наши для глаз, потому что раньше я носила очки. Если вы увидите, посмотрите наши посты, либо видео, которые мы делали в самом начале, я носила очки, потому что каждый раз, когда я брала телефон или работала за компьютером, у меня начинался дискомфорт в глазах, сухость, резь, то есть я не могла работать за компьютером без очков. Пью лютеин в течение 2 лет уже, беспрерывно, каждый день, и это как вместо очков, да? Чтобы не носить очки, я пью лютеин, и мне очень хорошо помогает. Так, следующий продукт — это коктейль Balance Life, который заменяет прием пищи. Он идет более питательно, чем наши шейки. Здесь все витамины, минералы. То есть его рекомендуют употреблять именно с молоком, поэтому да, он более питательный. Тоже обратите внимание, здесь 30 стиков. Дальше, не стиков, а пакетиков. Файнзайм для тех, вот, кто целенаправленно хочет похудеть. Ананасовый экстракт бромелайн, он помогает избавиться от лишнего веса, ускоряет метаболизм, сжигает белки, жиры, углеводы. И у нас есть результаты у партнеров, клиентов именно по файнзайму. Они сбросили, да, от 3 килограмм и выше. Ну, конечно, принимая его 2-3 месяца. Да. Вообще все витамины, минералы, да, БАДы, когда у вас спрашивают, сколько их принимать, говорите 2-3 месяца. Даже врачи советуют 2-4 месяца, чтобы был эффект, чтобы действительно были результаты. То есть, потому что у них в основном идет накопительный эффект. То есть сначала идет очищение, да, организм привыкает к приему этих витаминов, а потом они только начинают работать. Гинго и ната, да, зелененький такой, зелененькие такие листики и сами таблеточки тоже такого цвета. Гинго — это вот эти вот листочки зеленые, да, очень полезные для сосудов. Ната — это соевые бобы, ферментированные. Это я тоже принимаю, потому что у меня варикозное расширение вен. Полезно тем, кстати, у кого ухудшение памяти идет, кто хочет концентрацию лучше, внимание. Спирулина тоже наш бестселлер, то, что всегда раскупается за пару дней, да, или за пару часов на российском сайте. Спирулина — супер водоросль, супер фуд. Спрей прополис, 3 таких флакончика в одной коробочке. Очень классный продукт, когда вы чувствуете першение в горле или как профилактику использовать, да, то он хорошо помогает. Здесь бразильские пчелы, бразильский прополис, очень классно. И нони. Нони — это тоже суперфуд, суперфрукт, который помогает нам восполнить, да, необходимость в витаминах, минералах, также он имеет противовоспалительное свойство, детокс-эффект, ну, очень много чудес. То есть для молодости, для здоровья, для профилактики. Очень, кстати, кому-то очень вкусно, но не нравится, мне лично не зашел, он такой ферментированный, кисленький, в общем, если вы любите кимчи, если вы любите корейские салатики, вам зайдет хорошо. Я, в принципе, это все тоже люблю, но именно к вкусу еще не привыкла. Я его, когда пью, я закрываю нос, быстро выпила, быстро воду. Вот. То есть, ну, не привыкла еще к вкусу. Пью его не часто. Я предпочитаю хемохим, да, то есть и женьшень. Но когда я заболеваю, я прям вот не пью и чувствую быстрее восстановление. Так, дальше у нас, я нажала следующий раздел, отдел beauty, и здесь у нас все товары с раздела beauty, да, начиная с новинок. Вы здесь можете выбрать товары именно для
ухода, мейкап или остальное, да? Вот здесь вот. Давайте нажмем другое. Это что у нас? Это спонжики, это наш skin booster с ампулами, это косметичка, ватные диски, спонжики, да, и кисточки для макияжа. То, что там помогает нанести макияж. Skin booster. Супер! Товар, который мы ждали, это аппарат для лица, который улучшает вот все, что вы, весь уход, который вы нанесли на лицо, вместо роллеров, вместо рук, максимальный эффект для того, чтобы вся наша косметика впиталась, все полезные свойства ее прошли глубоко в нашу кожу, это вот этот бустер. То есть буст, да, слово английское, улучшить, максимизировать эффект нашей косметики. Мужская умывалка, вот все, что, да, имеет голубой, синий цвет, да, вот в своей упаковочке полностью синий, это вот мужское, ОМ, еще здесь написано. Масочки обновились у нас, то есть стали лучше составом и остались в цене такие же, 9800 вон за 10 масок в коробке, в одной коробке 10 масок. И это круто, да, что покупается все сразу в несколько штук, чтобы вы и сами попробовали, и кому-то подарили, да, чтобы уже начать знакомство. Потому что самое лучшее знакомство у человека — это когда с продукцией, да, он что-то попробовал, и тогда вот эти вот все сомнения, страхи, они уходят. То есть человек понимает, что он действительно встретился с качественной, хорошей компанией. Очень много здесь у нас товаров. Вот видите, с такими вот волнами в упаковке. Это продукты с водорослями морскими, с морским коллагеном. Это патчи, это маски гелевые. Новинка тоже у нас. Это набор, который я сейчас использую, кстати, Цика. На основе центеллы азиатской подходит для чувствительной кожи, для куперозной кожи, для проблемной кожи, также успокаивающий эффект дает. Это новая линия для мужчин. Здесь очень много у нас товаров. Это экспертная система от прыщей и угрей, которая появится на российском сайте уже, да, в этом месяце, обещают нам. Гидронабор, фейм, спотал. Кстати, вот этот вот набор, крем и эссенции. Спотал вот эту часть заказывают те, у кого есть пигментация, веснушки, постакне, да, вот нежелательные какие-то пятна на лице, хорошо осветляет, отбеливает вот этот набор. Его лучше использовать вместе, да, дуэтом. Эссенция и крем к вашему основному уходу. Ну, весь дальше основной уход. Очень люблю детскую серию, я, кстати, ее тоже использую, то есть набор Цика и вот этот лосьон, или вот этот крем, потому что керамиды – это очень такой дорогой, хороший продукт, он есть в составе нашей кожи, это иммунитет нашей кожи, то есть кожный барьер, то, что не дает бактериям, да, вредным каким-то микроорганизмам проникнуть в нашу кожу и портить ее. Это керамиды. Такой натуральный, классный продукт для наших деток. Если у них есть атопический дерматит и какие-то кожные аллергии, или они чешутся, да, то предложите своим клиентам, партнерам такой продукт. Тут идет гель-шампунь и лосьон и крем. То есть идет в наборе, можно покупать по отдельности. На российском сайте тоже появится скоро. И ну, мы тоже, конечно, пользуемся, мы всем пользуемся. Вот, ну, я думаю, что остальное вы уже знаете. Beauty, следующее Hair Body, наборы для волос и для гигиены тела. Санитайзеры наши, да, они вышли как раз в пандемию. Компания быстро среагировала, и наши санитайзеры, они самые лучшие. Вот, сколько бы ни пользовался санитайзером, они все как-то неприятно пахнут, да, сильно высушивают кожу из-за содержания спирта, нету вот этого приятного запаха, и вот здесь не только приятный запах, а еще и увлажняющий эффект. Замечательный санитайзер. Можно заказать в маленьких бутылочках, можно в большой бутылочке, а также есть в виде спрея.
Curling Essence — это как раз то, что я сегодня нанесла на волосы. Щадящий такой, да, безвредный для волос продукт, который помогает вам получить локоны. Hair Essence — это питание для наших волос. У кого жесткие волосы, особенно хорошо подходит, чтобы напитать наши волосы силой. Ну, шампуни, гели, пасты — это все наши бестселлеры. Дальше Living, следующие. Все для дома. Что у нас появился тумблер. У меня уже есть такой тумблер. Мне удалось заказать его во время акции, которая была летом. Сейчас он появился отдельно в наличии. То есть это такой очень большой тумблер, в котором можно наливать воду, в котором очень удобно делать наши шейки. Вместо пластиковых бутылок. Да, здесь идет пластик, но он BPA-free, то есть безопасный для организма. Что у нас здесь интересного? Вот этот товар, да, так, чиститель для воздуха, его, к сожалению, не экспортируешь, потому что он очень тяжелый, и не во все страны его пустят. Поэтому те, кто живет в Корее, имеют возможность, да, заказывать весь ассортимент. Мы в основном предлагаем то, что легкое, и то, что можно перевести. Следующий чекпум – это еда, продукты питания. К сожалению, тоже не весь ассортимент нам здесь доступен. Например, мы не можем заказать кимчи, как говорит наш спонсор Анатолий, это взрывоопасно. Поэтому нельзя провести кимчи, к сожалению, он очень вкусный в Атоме. Воду, например, такое, да, нецелесообразно заказывать, хотя она тоже очень классная. Мы когда жили в Корее, все здесь заказывали. Кокосовая вода, насколько вкусная, вообще классная. Но мы можем заказывать что? Чипсы, такое соль, кофе, рамен. Кстати, на российском сайте представлен только один вид, да, рамена. Он идет для взрослых. Но если детям, конечно, тоже можно делать, просто не добавлять остринку. Здесь же этот рамен mild, идет мягкий, он очень вкусный и не острый совершенно, но очень вкусный. Детки обожают. Моя дочь, например, всегда говорит: наша лапша просит. Очень вкусный. И главное, самое главное, что он не вредный. Здесь нет каких-то химии какой-то ненужной, да. Все натуральное. И даже есть видео о том, как эта лапша изготавливается. На нашем YouTube-канале есть. Я переводила специально на русский язык. Дальше мы посмотрели с вами, да, немножко. Давайте следующую страничку откроем. Это текстиль, обувь даже есть у нас. Ремни. Вот этот набор, кстати, украшений я обожаю. Он очень красиво, элегантно смотрится. И цена, смотрите, около 65 долларов. То есть очень доступная цена. Очень красиво смотрится. Есть в розовом золоте, да, есть белое золото. Натуральный жемчуг идет очень классно. Ортопедические подушки, рубашки — это то, что наши мужчины обожают. Кстати, мужских товаров здесь больше. Но что есть у женщин? Есть термобелье. Раньше было мужское термобелье, но вот уже, наверное, более полугода его почему-то нет на сайте. Ждем, видимо, тоже идет обновление. Так что вот у меня, например, это термобелье в бордовом цвете. Мне очень нравится. Оно красиво выглядит. Кстати, в прошлый вебинар я в нем как раз и была. Теплое, но легкое. Следующий, да, это я зашла в самый последний отдел, разные. Здесь у нас вот такое, как, ну, каталоги, брошюрки, какие-то журналы и пакеты. Кстати, у нас есть ежедневник Атоме. Очень классный. Ой, я уже не туда. Ежедневник Атоме с логотипом. Очень круто выглядит. И для него, кстати, есть еще дополнительно, отдельно можно заказать эти бумажки, чтобы, ну, если вы всего исписали, чтобы снова не покупать ежедневник, да, вы просто покупаете эти бумаги, которые просто вставляете, и это так намного дешевле выходит по весу.
Очень мы любим вот эти голубые пакеты. Они, ну, как эко-сумки идут даже. Они прочные, они очень красиво выглядят с логотипом, да, с новым логотипом. Не с диском, а вот с новым логотипом. Классные их давать с заказами, да. Мы считали один такой пакетик, ну, если в тенге. 250 тенге всего выходит. Не знаю, это сколько в других валютах, но $0.5, да, можно так сказать. Поэтому, да, обратите внимание, что здесь вот есть такие вот пакеты классные. Можно заказывать. Сразу, конечно, идут много штук. Можно по одному заказать, но выгоднее заказать несколько штук. Что, это был весь корейский сайт. Сюда можно заходить без логин, без ID. Вы можете заходить сюда, и сразу все цены отображаются как есть. То есть, чтобы купить что-то на корейском сайте, нужно быть участником Atomy. То есть, зарегистрироваться по спонсорским ID. Ну, то есть, встать в структуру, в систему. И тогда человек может делать покупки. Без этого он покупки самостоятельно делать не может. Ну что, давайте остановим демонстрацию. Зайду в чат. Пишите, пожалуйста, если у вас есть какие-то вопросы, какие-то, может быть, мысли появились по нашему сегодняшнему вебинару. Так, у Елены Югай вопрос. Корейский сайт можно ли перевести на русский? Да, конечно. Конечно, не весь он переведется на русский, то есть вы не сможете вот эти вот, потому что даже на российском сайте, да, там же не текстом идет, там картинками идет. Из-за этого переводчик встроенный вот в Google Chrome, например, он не может перевести вот эти картинки. Он переводит только то, что в тексте идет. То есть название, вот этот производитель, да, вот эту первую строчку, помните, я вам показывала. Это возможно, да, увидеть на русском языке. Это будет, конечно, намного лучше те, кто себя некомфортно чувствует и говорит, как бы, что это все иероглифы. Есть такая возможность. Но вот эти картинки нужно переводить так, как я вам говорила, да, через Google переводчик, фотографируя, скриншот делая и отправляя в Google переводчик. Так, кальций, триактив ионизированный, Наталья спрашивает, я, к сожалению, не знаю, не в курсе. Давайте поизучаем этот вопрос, напишите мне потом куда-нибудь в личку, в директ, в инстаграме, поизучаем. Вика Пак пишет, люблю Нони, моя мама, классно. iPhone, Анна, какой курс надо проходить по БАДам, чтобы был эффект? Да, я об этом говорила. Ну, давайте сейчас повторим, что курс витаминов БАДов 2-4 месяца, не менее. Да? Один месяц попил хим-хим, не увидел результат, это проблема. Ну, то есть это вина того, кто не знал, что нужно пить все витамины, потому что у них есть вид, как накопительный эффект. Так, Анна пишет, но не респект, Химахим ничего такого не почувствовала сверх, вау, а вот но не, да, супер, круто, энергии, ох, на весь день, да, все индивидуально, да, поэтому компания не ограничивается одним Химахимом, есть разные, да, кому-то женьшень заходит, кому-то нони, у всех разные, мне Химахим очень хорошо, и вот это методом пробы и ошибок, да, то есть мы пробуем все на себя и изучаем, что лучше всего для нас работает. Так, Нургуль спрашивает, вот разница между просто Atomy и Atomy Mall какая? Может быть, Aza Mall? Есть у нас еще Aza Mall. Это интернет-магазин с огромным количеством товаров, и там нету товаров, которые есть на нашем сайте Atomy. Там товары с разных заводов-партнеров, с кем сотрудничает наша компания. И это интернет-магазин, к сожалению, пока доступен только для тех, кто живет в Южной Корее. Но к нам это обязательно придет. Так, Лариса. Здравствуйте. Только полезную информацию сегодня узнала. Спасибо большое, Лариса. Очень рада. Коллаген как надо пить, спрашивает Лидия. Вообще, я читала, как, ну, жидкий коллаген, да, как, вообще, если у вас такой вопрос возникает, чтобы
самостоятельно узнать ответ, вы заходите в Google, спрашиваете, как пить жидкий коллаген. И входит, да, много разных вариантов, потому что Atomy — это не первая компания, которая выпускает жидкий коллаген, поэтому такой информации уже существует в интернете, но если спрашиваете именно меня, то мне подходит принимать его утром, да, перед завтраком, либо после завтрака, он в любом случае усваивается очень хорошо организмом. То есть вообще витамины, минералы лучше в первой половине дня принимать. Также есть такие витамины, которые нужно вечером принимать, их тогда уже вечером. Просто коллаген он принимается один раз в день. Вариантов много, и каждый говорит свое, поэтому странно, что на сайте самого Atomy этого не пишут. Да, этого не пишут, это редко пишут, очень редко, когда вот именно до еды или после, почти никогда. Поэтому индивидуально вам нужно самой свой организм послушать, да, когда ему лучше всего, комфортнее всего принимать тот или иной витамин. Да, это индивидуально. Женар. На корейском сайте есть чипсы 2+1. Они доступны к заказу. Если их нет в прайсе, единичных заказов, значит нет. Так, на корейском сайте. Сейчас, минуточку. Да, есть. Да, сейчас они есть на корейском сайте. Чипсы со вкусом plain, да? Без ничего, без добавления. Но это вопрос к вашему спонсору. Примет ли он заказ? Потому что акции — это такое вот дело, что вы, например, отправите деньги, да, спонсору, чтобы он заказал эти чипсы, а эти чипсы раз и закончились, то есть не успел заказать. Поэтому спросите, успеет ли ваш спонсор выкупить их, потому что акции, вот все, что касается акций, это очень быстро все заканчивается. Ну что, вопросов у нас нету. Спасибо всем большое. Запись я, да, сохранила, после занятия загружу.